ткань на кант вообще правильно делать на рант по диагонали. То есть не как обычно мы бы порезали так вот вдоль полосочки. Это неправильно. Почему? Потому что когда мы здесь будем заворачивать вот этот момент, если мы будем делать как обычно в продольной полоске, да, то здесь будут маленькие морщинки по внутренней стороне, по внутреннему радиусу. И когда мы делаем по диагонали вот эту полоску на кант или на рант, как правильно говорится, тогда все вот эти закругления проходят без морщин.
Но вообще я планировала подрезать вот здесь. То есть должен был быть нахлёст, я бы пододвинула степлером сюда и потом отрезала, но тиков-тику хватило.